Вы заявку давали, да, в полицию? Да. А вы по счету этого объяснения что-нибудь писать будете, нет? У меня вот сейчас опять с ними созванивался. Ага. Мне этот сотрудник сказал, что ответственный приедет. Ага. Я им сообщил уже, что ответственный, но мы же с ними разговаривали, перенаправил туда, другой перенаправил в другое место. В итоге приехали вы. С ваших слов, у вас ко мне претензий нет. Поэтому я вам еще раз указываю. Претензии были у того сотрудника, который меня тормознул. Его тоже нет. Я позвонил в УВД, мне сказали, ну езжайте тогда. У меня, в принципе, тоже нет претензий. Потому что цель достигнута, закон восторжествовал. Вам лишнюю бумажную работу мне вешать тоже смысла нет. Если у вас нет претензий, то желаю вам здоровья, я поехал. Ну, ко мне понятно, я же вас останавливаю, понимаете, видели, наверное, там другой сотрудник останавливает. Вот именно. Поэтому даже перепроручать по закону не имеете права. Нет. Потому что на каждый акт действия.